Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 8 мая в Анапе ожидается пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Ночью прохладнее, 14 выше 0. Ветер северо-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 15 градусов.